Стать меценатом года возможно. В мэрии областного центра продолжается прием заявок на участие в конкурсе. Цель акции – активизировать и развить благотворительную деятельность организации. Принять участие могут юр- и физлица, которые в течение 2020 года оказывали благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализовывали общественно значимые проекты и программы. Заявку можно подать до 24 мая в Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана.